Привет, друзья! Добро пожаловать на канал! Сегодня поделюсь рецептом приготовления очень простых и очень вкусных домашних конфет. Кокосовые конфеты очень похожи на Рафаэлло. Быстро и легко готовятся, а съедаются еще быстрее. Нам нужен очищенный миндаль. Чтобы шкурка ореха легко отходила, заливаем их кипятком и оставляем на 5 минут. В другой миске смешиваем 300 грамм сгущенного молока и 150 грамм кокосовой стружки до однородности. Оставляем постоять. А пока почистим миндаль. Теперь чайной ложкой набираем кокосовую массу. Скатываем руками в шарик. Вдавливаем миндалину вовнутрь и придаем конфете округлую форму. Обваливаем в кокосовой стружке. Убираем в холодильник на 30 минут. После охлаждения достаем и наслаждаемся. Всем спасибо за просмотр, приятного аппетита и до встречи на канале!